этого года я пересекла границу Украины и вступила в легион «Свобода России». Как оказалось, я первая женщина-легионер. Незадолго до этого, 20 марта, под Ростомеле, кадыровцы расстреляли моего мужа, сержанта 76-й дивизии. Он отказался вести своих ребят на убой. Хотел выйти сам и спасти своих солдат. Я здесь, чтобы мстить путинистам и кадыровцам за гибель своего мужа и всех тех парней, что никогда не вернутся домой из-за Путина. Обращаясь к российским солдатам, хочу сказать: ребята, Путин уже проиграл эту войну, и вы сами это прекрасно знаете. Невозможно выиграть войну у всего мира. Нам нужно все вместе остановить войну и принести настоящую свободу в Россию. Вас ждут дома, и вы должны вернуться победителями. А победить можно лишь, воюя за правду, которая на стороне свободной России и всего мира. Режим Путина должен быть свергнут. Хватит терпеть тирана. Вступайте к нам в легион.